Друзья, всем огромный привет! Давненько мы с вами не виделись, и в сегодняшнем видео я покажу вам все свои покупки за последние 3 месяца. То есть где-то с середины февраля по середину мая были сделаны эти покупки. Здесь я их уже немножечко так расставила, вы можете видеть их на фоне. Покупок будет, сразу говорю, достаточное количество, много будет кистей, много декоративной косметики и немножко уходовой. Но начну я свое видео с того, что немножечко освещу происходящие события сейчас на YouTube. Дело в том, что YouTube сейчас не платит блогерам из России за просмотры из России. То есть, если вы авторизованы под российским аккаунтом, то блогерам не идет монетизация. Но идет монетизация, если, например, это другие страны, любые другие, кроме России. То есть русскоговорящие блогеры сейчас очень-очень сильно потеряли в доходе. И в связи с этим мне хотелось бы обратиться к вам. Если у вас есть такая возможность, и если вам не впадло, вы можете смотреть мои видео через VPN и выбирать любую другую страну, например, США. И это будет, конечно же, эквивалентом слову спасибо за тот развлекательный контент, который я делаю для вас. Мне будет безумно приятно, если вы будете так делать, а также появятся дополнительные денежные средства для покупки продуктов, для обзора на моем канале. Ну а теперь давайте начнем. У меня была за все это время одна пиар-рассылка, и все остальное это покупки, которые я совершила на собственные денежные средства. Давайте с вами с пиара и начнем. Немецкий бренд под названием Merz Special. Это уходовая немецкая косметика наивысшего качества. Поближе вам покажу название бренда. И, собственно, данный бренд занимается только уходовыми продуктами. У них есть свой сайт, я ссылочку оставлю внизу, вы можете пройти и посмотреть, если вас интересует данная продукция. На самом деле, продукция очень и очень интересная. Я уже тестирую ее в течение месяца, и мне есть что сказать. На сайте у них представлен дневной и ночной крем-мусс. И давайте я зачитаю вам с коробки, что здесь у нас производитель обещает. Текстура крем-муссов Merz Special такая легкая, что вы едва почувствуете ее на коже. Средство хорошо впитывается, не оставляет липкую пленку, что очень важно. Работает для поддержания красоты вашей кожи. Мне предложили на выбор дневной или ночной крем. Я выбрала ночной, потому что, как мне кажется, в ночные кремы кладут наиболее активные ингредиенты, чтобы всю ночь кожа под данным кремом впитывала ей нужное, соответственно, и восстанавливала и регенерировалась после тяжелого трудового дня. Вот таким вот образом выглядит сама коробочка от данного крем-мусса. Это крем-мусс с коллагеном. Насколько мне известно, коллаген – это компонент, который считается анти-эйдж, то есть антивозрастной. Здесь указано, что это тройной лифтинг-эффект. Ну, не знаю, лифтинг ночью нужен или нет, но, в принципе, когда вы с утра проснулись, вся такая подтянутая, и кожа у вас в хорошем состоянии, это, конечно, безусловно, очень здорово. То есть коллаген в нашей коже, он содержится, но с возрастом его становится все меньше и меньше, и поэтому нам нужна дополнительная подпитка как уходовой косметикой, так еще и внутрь принимает некоторый коллаген. Раньше на iHerb его покупали, сейчас не знаю, где можно купить iHerb, нам перестал доставлять, к сожалению. Но, возможно, что-то в дальнейшем изменится, и сайты откроют доставку к нам снова. И также здесь предотвращение появления морщин. То есть здесь интересно указано не борьба с существующими морщинами, а только предотвращение новых. Ну, в принципе, уже неплохо. Без парабенов здесь 50 мл, хороший объем. А также в комплекте здесь шла такая аннотация. Сам крем выглядит вот таким вот образом. Здесь помпа. Я обожаю средства с помпой. Это наиболее удобный формат, чтобы вы не лазили в крем пальцами своими, не загрязняли его и, соответственно, чтобы крем не портился раньше времени. Это очень-очень удобно. В составе данного крема 3 активных компонента. Это гидролизированный коллаген, витамин С. Кстати, витамин С – это отличный антиоксидант. И растительные протеины и аминокислоты. А также в пиар-рассылке было 2 вот таких вот предмета. Одна супер милая мини-пилочка для ногтей. Это просто ути-пути, это очень мило и прикольно. А вот эта вот бутылочка меня заинтересовала чрезвычайно. Посмотрите, кажется, как будто это какие-то духи старинные с такой вот штучкой. Я видела такие духи у своей бабушки когда-то. Это очень-очень мило, но это не духи, ребята, это пудра. Это такая светящаяся пудра. Как можно заметить, в этой прозрачной упаковке она довольно-таки темная. То есть, скорее всего, она подойдет на лето под загар. Например, вы можете наносить ее на зону декольте, если у вас открытое платье какое-либо. Также написано, что ее можно наносить на лицо даже и даже на волосы. Ну, не знаю, зачем наносить пудру на волосы. Ну, может быть, посверкать, поблистать в лучах солнца летом. В принципе, сама задумка довольно интересная. Исполнение просто супер. Я поставила ее на
свой туалетный столик и любуюсь, и радуюсь, когда вижу ее, потому что, на мой взгляд, это очень эстетичная упаковка, и она задает настроение с утра, как только вы подходите к вашему макияжному столику. Что касается самого крема, я тестировала крем месяц, я наносила его без всяких тоников, без предварительной какой-то подготовки, просто после очищения кожи от макияжа и умывания, я наносила этот крем мусс, и хочу вам сказать, что он довольно хорошо питает кожу. На ощупь он такой жирненький, но не слишком, то есть он довольно легкий, но немножечко липкий. То есть когда вы наносите первые, наверное, минут 10-15, я напомню, что у меня комбинированный тип кожи, склонный к жирности, поэтому для сухой кожи, может быть, он довольно-таки быстро впитается, но на моей коже он остается липким. Но спустя время липкость уходит и, соответственно, он полностью впитывается. А кожа утром напитана, какого-то прям особого лифтинг-эффекта. Прям, знаете, просто проснулись, у вас такое натянутое лицо, я не заметила. Но он, как базовый крем, очень хорошо питает, очень хорошо восстанавливает кожу. И главное, он не закупоривает поры. Очень много кремов питательных, в особенности, к сожалению, на мне могут вызвать какие-либо высыпания, но не этот крем. Этот крем, возможно, из-за своей текстуры. Я вам сейчас ее покажу. Это очень интересно. Я с таким еще ни разу не сталкивалась. Вот так вот вблизи выглядит помпа. И давайте посмотрим. Вот так вот. Посмотрите, как много пены. Видите, выглядит как будто это мужская пена для бритья. То есть я нажала совсем-совсем немножко на дозатор. Соответственно, крем довольно-таки экономичен. И уже вот такое огромное количество пены вышло. Я ее разношу вот таким вот образом по лицу. Текстура очень приятная, она очень мягкая такая. Видите, я разношу, массирую вот так вот. И все. То есть вот у нас пена уже начинает впитываться. Первое ощущение, он прям такой питательный. То есть в нем чувствуется и увлажнение, и питание одновременно. Это интересное ощущение. То есть он вроде и жирный, но при этом увлажняющий. Запах легкий. На мой вкус какими-то цветочками такими полевыми отдушка здесь. Она очень ненавязчивая, незначительная такая, и аллергических реакций никаких не должна вызвать. Вот, посмотрите, он уже практически полностью впитался. Кожа рук у меня значительно суше, чем кожа лица. Кожа лица у меня, как я уже сказала, склонна к жирности. Тем более сейчас у нас уже весенне-летний сезон, и, соответственно, жирность становится больше. А вот кожа рук суховата у меня всегда была. И вот он уже практически полностью впитался. Уже практически абсолютно не липкий. Мне кажется, только из-за одной вот этой текстуры и простоты нанесения, распределения его по коже, можно попробовать данное средство. Тем более, если оно будет давать классный антиэйдж эффект, мне кажется, оно подойдет как и комбинированной, так и сухой коже, так и нормальной. Потому что здесь какая-то очень сбалансированная формула. Он прекрасно наносится, прекрасно впитывается. И действительно, с утра такое ощущение наполненности лица. То есть кожа такая плотненькая, она не увядающая, скажем так, а такая прям, ну, классная. Очень крутой крем, и я, скорее всего, продолжу его покупать и в дальнейшем. Ну, раз мы с вами начали с ухода, давайте дальше пробежимся по уходу, который я приобрела. В Золотом Яблоке я приобрела вот такую вот пенку корейскую для очищения кожи лица от бренда Миша. Выглядит он вот таким вот образом. Мне, кстати, очень нравится цвет тубы, такой розовенький. Здесь объем 170 мл, что довольно-таки много, но на просвет сейчас, кстати, вот как раз-таки свет от лампы у меня идет, с которой я снимаю, я вижу, что здесь вот столько его, то есть вот эта часть, она пустая, к сожалению. Вот мне кажется, что со всеми пенками так, они не до конца почему-то их кладут в тубу. Туба мне очень такая нравится, мне нравится такой формат упаковки, что опять-таки вы не лазите пальцами в упаковку. А для чего я использую пенку для умывания? Для того, чтобы смыть гидрофильное масло. Макияж я снимаю всегда гидрофильным маслом, и вслед за этим обязательно умываюсь пенкой, чтобы удалить остатки масла и какие-то остатки, возможно, макияжа с лица. Бренд Миша я очень люблю. У меня был когда-то их BB-крем, самый знаменитый, вот в 21-м оттенке, который такой красненькая туба. Очень хороший BB-крем, мне он очень нравился. Я даже отдельное видео посвятила когда-то очень давно ему. Найду ссылочку внизу, оставлю под этим видео. И пенка. Пенка мне всегда нужна. У меня была пенка от бренда Биаре для жирной кожи.
кожи. Очень хорошая пенка была. Вообще, в принципе, вот это средство для умывания я очень рекомендую тем, у кого жирная комбинированная кожа, склонная к жирности, потому что такие пенки очень хорошо очищают и предотвращают какие-то воспаления или высыпания, если вы не до конца очищаете лицо от макияжа. Дальше из ухода, что интересненького было у меня, это вот такой вот бренд, который называется Sousu. Это корейский или японский бренд. Это носочки для педикюра номер один Японии, педикюр будущего, как указано в упаковке. Я их покупала на Озоне еще до того, как цены у нас резко подскочили все вверх. Мне повезло, и я успела купить по более низкой цене. Различаются они чем? Вот эта вот пара, которая в голубенькой упаковке с запахом ментола, а вот эта фиолетовый с запахом лаванды. Собственно, здесь по одной паре этих носочков. Это кислотный такой пилинг для ваших стоп. Вы одеваете эти носочки, ходите по инструкции определенное количество времени, и в течение следующей недели у вас слазит кожа ног, огрубевшая. Лучше это делать, конечно же, когда сезон закрыт обуви, чтобы не шокировать окружающих, но я что-то как-то не успела весной сделать, хотела сделать весной, но как-то не до этого было, и, наверное, буду делать летом. Хочу отметить, что я уже такой пилинг пробовала лет 5, наверное, назад, как давно он существует-то на самом деле, и мне очень понравилось. Это действительно рабочая тема для тех, кто делает педикюр дома, и кто любит кислоты как отшелушивающий продукт, очень рекомендую. Я, наверное, сделаю отдельное видео, запишу вам эффект по дням, прям первый день, второй день, третий день, да, как я использовала эти носочки, и, соответственно, какой эффект будет на ногах до и после. Наверное, это будет довольно-таки интересно и показательно для тех, кто хотел бы попробовать. Дальше батист. Батист я очень люблю, и это спрей для волос, это уже не сухой шампунь, я обожаю сухие шампуни, они лучшие, как мне кажется, в своем ценовом сегменте. Это не совсем сухой шампунь, и это XXL Volume Spray, то есть спрей для объема, это спрей именно для укладки, с кератином и маслом инка-инчи. Интересное название, первый раз такое слышу, здесь обыкновенная помпа, я уже пробовала один раз это средство, и хочется отметить, что оно довольно сильно подсушивает волосы. Я обесцвеченная блондинка, как вы видите, и вот именно мои волосы, они подвержены, естественно, сухости, то есть мне нужно обязательно какой-то питающий бальзам, маска и все такое прочее после мытья головы. Если у меня волосы не окрашены, я могу просто помыть шампунем и пойти, мне как бы нормально. Вот, и, ну, вот в таком состоянии, когда волосы, да, когда волосы у вас окрашены или обесцвечены, скорее всего, эта штучка будет подсушивать. Сухой шампунь нет, сухой шампунь не подсушивает, это прям что-то экстра сильное. И я его очень ощущаю на корнях. То есть если сухой шампунь, он как-то хорошо распределяется, и я его абсолютно не чувствую, то вот этот вот спрей я ощущаю. Мне не очень он понравился, но объем он дает действительно классный. То есть это спрей именно для объемной укладки. Если вы хотите просто нереальный объем, то я советую. Такая штучка, знаете ли, может у вас находиться дома и спасать в каких-то ситуациях, когда вам нужно пойти куда-то на выход. В принципе, воспользоваться можно. Называется, кстати, Батист Стилист. Так, ну и с уходом, кстати, все. У нас осталось только декоративная косметика. Начать мне хотелось бы с новой коллекции бренда Vivien Sabo. Я купила только два продукта, именно они меня заинтересовали. Больше всего мне была интересна вот такая вот база под макияж. Посмотрите, как симпатично это все выглядит. Vivien Sabo никуда не уходит. Этот бренд у нас остается в продаже, потому что Vivien Sabo делается в России и, соответственно, будет продаваться в дальнейшем. Очень интересная база. Я ее уже пробовала. Мне она очень понравилась. Очень-очень-очень. Конечно, цены на Vivien Sabo тоже подскочили. Я привыкла, что Vivien Sabo это такой масс-маркет. Но сейчас это уже какой-то сегмент middle, просто косметики под своей ценовой категории. Это увлажняющая база под макияж. И посмотрите еще раз вот так. Видите, здесь такие вот шарики. Мне кажется, это очень красиво и эстетично выглядит. Это, кстати, летняя коллекция от бренда Vivien Sabo. Тут такая помпа. И выдавливается эта база просто вот таким вот кремом обычным, то есть выглядит вот так вот, и давайте с вами распределим. Она очень хорошо распределяется, запах у нее
такой, как у детского крема, прям очень такой нежный, абсолютно ненавязчивый, и она такая слегка жирненькая, но даже моей коже, склонной к жирности, она очень-очень хорошо подходит. Макияж на этой базе действительно держится дольше, и тональный крем ложится лучше и распределяется лучше. В принципе, я рекомендую использовать такие базы именно под макияж и под какие-то основы, которые более матирующие все-таки, нежели увлажняющие, потому что матирующая основа может лечь довольно-таки сухо на кожу, и даже на жирную кожу может подчеркивать какие-то шелушения. Например, тональный от Estée Lauder Double Wear может таким страдать, особенно на моей коже. И вот эта база убирает весь этот эффект, нивелирует его полностью. Она абсолютно быстро впитывается, и на тональный крем на ней лежит гораздо-гораздо лучше, поэтому этот продукт я очень рекомендую. Сейчас, я думаю, во многих магазинах он есть. Я покупала в Magnit Cosmetics. Знаю, также есть еще и на Золотом Яблоке, и даже на La Mode. На La Mode, кстати, данная коллекция появилась самой первой. А еще эта база напоминает бестселлер продаж сайта Wildberries. Это китайская база, там только такие разноцветные шарики, и они как бы перемешиваются между собой, и вы наносите также на лицо, но я вам не рекомендую покупать эту базу, потому что есть много отзывов, что она вызывает какие-то подкожники различные, и там неизвестен состав, то есть это очень-очень странное средство, оно стоит недорого и стоит дешевле, чем вот эта вот база, но тем не менее, я не рекомендую покупать средства, которые с непонятным составом и непонятно где сделаны и каким образом. И вторым продуктом из данной коллекции стал вот такой вот гель для бровей. Гель для бровей прозрачный. Вот так вот он выглядит сзади. Это абсолютно прозрачная субстанция. Вы берете обычную щеточку для бровей, макаете в гель. Не нужно его никак размачивать, предварительно ничем сбрызгивать, в отличие от мыла для бровей, которое укладывает брови. Мыло для бровей, кстати, еще проигрывает перед этим гелем тем, что может оставлять какой-то белесый налет, а вот этот гель не оставляет, потому что он абсолютно прозрачный. И этот гель является абсолютным аналогом люксового геля для бровей от Анастасии Beverly Hills. Это отличнейшая бюджетная замена, тем более гель от Анастасии сейчас не так просто достать уже, а вот этот гель очень просто и легко вы можете приобрести и на Marketplace, и в Золотом Яблоке, как я уже сказала, на La Mode и в Magnit Cosmetics. Так что обратите внимание, это очень удачный продукт из летней коллекции от Vivienne Sabo. Из бюджетненького я также решила попробовать белорусскую косметику. Сейчас я заметила, что белорусская косметика набирает популярность, что, собственно, естественно и очевидно. Бренд называется Lux Visage. Это у них самая популярнейшая, мне кажется, основа. Называется Skin Evolution Foundation, крем тональный, в самом светлом оттенке тон 10 Light. Натуральный матовый финиш, выравнивающий эффект обещает нам производитель. Я, честно говоря, еще не пробовала его. Очень бюджетная цена, но слышала отзывы, что у него довольно легкое покрытие, которое можно достроить до среднего, но не плотное, то есть это не как Double Wear, он не перекрывает сильные какие-то воспаления, высыпания, может просто выровнять тон кожи. На лето отличный продукт, но единственное, нужно закреплять пудрой, потому что может потечь, соответственно. Но, в принципе, будет интересно протестировать. Кстати, если вы хотели бы, чтобы я протестировала еще какую-нибудь белорусскую косметику, потому что сейчас реально хайп на белорусскую косметику, пишите в комментариях, какие средства вы рекомендуете. Может быть, вы что-то пробовали. Я обязательно это куплю и протестирую, и сниму об этом видео. Следующей моей покупкой были метеориты от бренда Guerlain. Те, кто меня давно знают и смотрели мои старые видео, знают, что ранее я также покупала уже метеориты от Guerlain. И это очень интересный продукт. У меня есть также видео об этом, найду ссылочку внизу, обязательно оставлю. И метеориты у меня закончились. Я, честно говоря, ими пользовалась не каждый день, скажем так. И для того, чтобы их закончить, наверное, лет 5. Мне нужно было, чтобы это сделать. Но они подошли к концу, и меня что-то взяла такая ностальгия по этому продукту. Во-первых, мне очень нравятся упаковки у метеоритов от Guerlain. Это просто эстетическое наслаждение смотреть на них, на их коробочку на туалетном столике. Также у них специфический аромат фиалки. Вот когда вы открываете баночку, он уже сразу
распространяется вокруг. Вот так вот выглядят классические метеориты. И это пудра в шариках. Здесь как матирующие шарики, так и сияющие разных цветов. Здесь такая поролоновая губка идет для того, чтобы ваши метеориты не разбились, если вы будете их куда-то перевозить. То есть, соответственно, многие думают, что вот этой губкой можно наносить их. Нет, наносить их нужно кистью. Кистью желательно с натуральным ворсом, не искусственным. Есть кисть специально для метеоритов, который бренд Guerlain продает у себя в магазинах, но не ведитесь на это, она очень-очень плохого качества и плохо их наносит. Кто-то любит метеориты, кто-то ненавидит метеориты, кто-то не видит от них эффекта, кто-то видит. Продукт имеет огромную историю, есть много лимитированных коллекций, различных империалы, пучи и какие-то еще, в общем, их очень-очень много, у них очень красивые упаковки. Есть просто огромное количество коллекционеров, кто просто их коллекционирует, эти баночки, скупает все лимитки, и там просто огромные коллекции по 30-40-50 банок этих. Я просто покупаю классическую версию и не парюсь, не покупаю лимитки, в принципе. И оттенок, хотела сразу вам сказать, это 2 Claire. Оттенок для светлых тонов кожи. То есть, в принципе, это Claire Light указано. И, соответственно, здесь не так много сияния, то есть они скорее такие подсвечивающие, но не слишком. И, конечно, металлическая вот эта баночка, это полнейший восторг. Очень они симпатично выглядят. Вот здесь вот такая прекрасная розочка, и мне кажется, такой продукт должен быть просто всегда в моей косметичке. Кстати, хотела вам показать старую баночку от метеоритов первых, которые я покупала. Как вы видите, в сравнении давайте посмотрим на две баночки. Во-первых, у них абсолютно разные упаковки. И раньше здесь такая была розочка огромная, большая, а сейчас очень такая маленькая. И раньше у меня был оттенок Taint Dore 0,3. И, кстати, у них разница по весу. Вот у первых метеоритов 30 грамм, а у этих уже новых 25 грамм. Урезали они количество, конечно, метеоритных шариков. Я даже, когда впервые открыла упаковку, я удивилась, думаю, что так мало-то? Оказывается, количество грамм уменьшили. И, кстати, баночка от старых метеоритов служит коробочкой для хранения моих украшений. Ну и про эффект хотелось бы напомнить, что это финишная пудра. Она сияющая, матирующая, скажем так, и даже закреплять можно тональный крем. Это не Hourglass по эффекту. Hourglass, она не имеет отдельных таких блесток, и она более выравнивающая, шлифующая кожу. Метеориты от Guerlain, они придают ей холеный вид, то есть это красивая кожа. Это такое, знаете ли, естественное сияние кожи. Многие любят этот термин, и он, в принципе, наиболее правильно показывает то, что метеориты делают с вашим личиком. Обожаю этот продукт, и касательно пудр. Также у меня была еще одна покупочка. Это пудра от бренда Dolce & Gabbana. Называется она Solar Glow. Здесь 10 грамм. Это рассыпчатая пудра, которая у нас фиксирует макияж. Она абсолютно матовая, уже без какого-либо свечения. Вот так вот выглядит у нее коробка. Покупала я ее на скидках в магазине L'Etoile. И это наилучшая пудра, чтобы фиксировать тональный крем. Она прекрасно это делает. Она абсолютно невидимая на лице. Это волшебство какое-то. То есть некоторые пудры, они такие слегка мучнистые, и их все-таки видно. Им нужно время, чтобы усесться на макияже. Эта пудра, ее не видно изначально, то есть она сразу дает очень красивый холеный вид кожи. Она не сушит кожу абсолютно и делает очень красивый эффект фотошопа. Она у меня в оттенке 1 кристалл. Вот так вот выглядит пудра в упаковке. Это такое ее количество, кстати, здесь изначально. То есть я ее воспользовалась, наверное, раза 3-4. И вот так вот она выглядит. Кстати, я хотела бы отметить, что расход у пудры очень-очень экономичный. Хватит вам ее надолго. У нее, кстати, такая красивая упаковка. Это такая интересная роспись, которую бренд Dolce & Gabbana использует для оформления своих продуктов. Вот так вот она открывается. И что самое классное, сейчас попробую вам показать. Здесь идет вот такая вот сеточка. Пудра очень мелкого помола. И сеточка, кстати, это очень и очень удобно для нанесения. Пудру я наношу кистью, но у нее в комплекте есть также спонж. А спонжик выглядит вот таким вот образом. Здесь фирменная гравировка Dolce & Gabbana. Он довольно-таки мягкий. И если вы хотите более плотное нанесение данной пудры, вы можете пользоваться именно таким спонжем. Я люблю больше кисть. В общем, эта пудра, это отличная находка для фиксации макияжа. Если вам не нужен цвет, а нужно просто зафиксировать тональный крем,
крем, и она очень долго держит, и жирный блеск долго не проявляется. В общем, пудра отличная, очень рекомендую. Не отходя от темы пудр, у меня что-то много было покупок пудр в эти 3 месяца. Вот такая вот пудрочка от бренда Laura Mercier. Я ее покупала в Золотом Яблоке до повышения цен, мне повезло. Здесь 9,2 грамма, и эта пудра компактная уже, и она подходит для того, чтобы затонировать лицо и нанести ее вместо тональной основы. Вот в таком оттенке я купила пудру, это довольно светлый оттенок. Упаковка, в принципе, довольно приятная такая, она глянцевая. Здесь у нее кнопочка для того, чтобы пудру открыть, и у нее есть 2 этажа. Вот так вот выглядит сама пудра, здесь зеркало. И вот такой вот оттенок, она довольно-таки светлая, она абсолютно сливается с моим цветом кожи, если я не загораю. И здесь второй вот такой этаж есть, здесь находится пуховка, ну точнее не пуховка, а больше спонжик. Спонжик очень приятный, я именно этим спонжиком наношу пудру, потому что когда я хочу нанести пудру вместо тонального крема, мне нужно плотное покрытие довольно-таки, и соответственно это лучше делать спонжем. Если вы будете наносить пудру кистью, то вы не получите нужной плотности, и как тональный крем она лежать не будет. Мне нравится, что она прямо сливается с кожей, и при этом дает очень хорошее покрытие, перекрывает различные покраснения в Испании, прыщики и так далее. Здесь она прям отлично работает, поэтому такую пудру я могу рекомендовать, но сейчас в Золотом Яблоке, к сожалению, я видела ее только в темных оттенках. Если брать под загар, то, конечно же, можно, но в светлых, к сожалению, пока еще не завозят к нам. И, кстати, она еще очень хорошо держится, то есть она прямо-таки целый день выдерживает и может немножечко заблестеть, можно ее подправить, но в целом выглядит очень прилично. А также я услышала, что бренд Dior нас покидает, и я знаю, что у них есть классный консилер, который называется Forever Skin Correct. Здесь огромное количество миллилитров, целых 11, и я его купила в оттенке 0N. Я хотела бы обратить ваше внимание, что консилеры Dior данные окисляются, и, соответственно, светлых оттенков сейчас практически уже не найти. Может быть, есть в Ритуале где-то еще, в Золотом Яблоке остались только, опять-таки, темные одни оттенки. Мне нравится, что здесь очень большой объем. Этот консилер очень классный, он заявлен как увлажняющий, его можно наносить как на зону под глазами, так и на какие-то покраснения на лице, отлично работают и в той зоне. Я люблю консилеры, которые именно работают как под глазами, не сушат и перекрывают отлично синячки, так и хорошо работают на каких-то высыпаниях. Он самофиксирующийся, что плюс, и при этом он не сушит кожу под глазами. Это очень-очень крутое сочетание, поэтому я решила его приобрести, пока еще его не открывала, потому что сейчас добиваю свой предыдущий консилер от Эвелин бюджетный, и, соответственно, после него уже перейду на консилер от Dior. И про окисление, да, он, к сожалению, окисляется. Если вы его купили вот в таком светлом оттенке, на лице через какое-то время он может слегка потемнеть. Не сильно, не критично, но тем не менее может. Это вот один из минусов этого консилера, но все остальное в нем абсолютно божественно прекрасно, его не видно на коже, он не западает в какие-либо морщинки на лице, при этом очень симпатично смотрится и стойко держится до конца дня. Дальше хочу вам показать довольно-таки бюджетную покупку, прям сильно бюджетную. Это палетка теней бренда Makeup Obsession. Я ничего не пробовала от этого бренда. Я знаю, что бренд принадлежит к семейству брендов Makeup Revolution. Там есть Makeup Revolution, Alive Makeup, Makeup Obsession и очень-очень большое какое-то количество этих различных брендов. Почему я купила эту палетку? Я у одного из блогеров в обзоре увидела ее. Мне она понравилась по цветам. Я решила ее приобрести. Называется она Black is the New Black. Она, кстати, довольно симпатично выглядит. Посмотрите, стильно, в принципе, выглядит упаковка. Вот сзади у нас такая информация. Давайте посмотрим оттенки. Здесь есть зеркало и вот сами оттенки. Это одна из моих любимых гамм. Это гранжевая такая гамма. Здесь есть серые цвета. Я обожаю палетки с серыми цветами. У меня какая-то очень странная любовь к серым теням. И что мне очень понравилось в ней, что здесь есть светло-серый оттенок. Он как растушевый. Может идти темный серый и средний серый, и еще и черный. Здесь оптимальное количество матовых и сатиновых оттенков. То есть смотрите, по матовым здесь получается черный, здесь матовый, вот этот серый матовый, белый матовый, кстати, неплохой, вот этот серый матовый, темно такой коричнево-красный и черный.
То есть большинство теней здесь матовых. Сатин вот этот и вот этот получается оттенок. И вот этот это спаркл. Очень красивый, серебристый. Я его уже пробовала. Он наносится только пальцем. Кистями у меня не получилось его красиво нанести. Но пальцем он наносится очень-очень симпатично. Вообще очень классная палетка. Если она еще есть в золотом яблоке, я покупала именно там. И вам нравятся такие оттенки, то возьмите. Она классная. Она, в принципе, довольно неплохо работает. Она держится на базе обязательно. Без базы могут тени скататься. И если вы любите такие оттенки, то почему бы не попробовать? Стоила она рублей 300-400 со скидкой. И довольно неплохие бюджетные тени оказались на самом-то деле. Дальше мне хотелось бы вам показать одну из крайних последних посылок до того, как закрыли пересылку в Россию. Различные зарубежные интернет-магазины. Эта посылка успела ко мне прийти. Это посылка с сайта Beautylish с новинками весенней коллекции бренда Chantecaille. Я купила из весенней коллекции вот такую вот палеточку теней. Мне она очень сильно понравилась. Вот так вот выглядит она вместе с упаковочкой. Это довольно люксовый бренд, но у них очень странные такие упаковки. Я бы сказала, не сильно люксовые. И почему? Потому что, в общем, от продажи своей косметики они перечисляют денежные средства на помощь каким-либо животным. В данном случае это жирафы. Также у них были еще какие-то акции помощи другим видам животных. И, соответственно, это, конечно, очень круто и здорово. Я прям поддерживаю эту тему. И поэтому упаковки у них довольно-таки могут ломаться на самом деле. То есть как вот прям бюджетные упаковки. Но качество самого продукта отличнейшее. Сейчас я вам покажу, как выглядит оттенки теней. Мне данная гамма напоминает палетку теней от бренда N-Beauty, которая называется For Him, но та палетка мне показалась слишком холодной. Это более такой усредненный вариант, он и теплый, и холодный одновременно. Вот этот оттеночек, он теплый, остальные все довольно холодные. И здесь, конечно, большое зеркало, это очень круто и удобно. Маленькие рефилы теней на самом деле, но макияжи получаются потрясающие с ней. Здесь очень красивый спаркл. Вот он. И я отдельно сделаю обзор на бренд Chantecaille, сделаю макияж с этой палеткой и с румянами, которые я тоже купила. Румяна выглядят вот таким вот образом. Это, кстати, не весенняя коллекция, а какая-то другая. Как вы видите, здесь у нас уже помощь идет лошадям. Оттенок у меня называется Joy. Румяна супер маленькие, здесь всего лишь 2,5 грамма, это супер маленький объем. Я когда их увидела, конечно, была в шоке, что они такие мелкие. И посмотрите, здесь на упаковке как будто какая-то вмятина. На самом деле, я думала, что тени при транспортировке пострадали, и упаковка помялась, не тени, а румяна. Но это не так, это именно такой дизайн. Интересный дизайн, на самом деле, такой необычный. И что касается самих румян. Упаковка тоже хлипенькая, сразу скажу вам, но они очень-очень миловидные. Здесь такое зеркало. Упаковка не раскрывается на 180 градусов, только вот так. Кстати, вот на эту палетку от Makeup Obsession я тоже сделала отдельный обзор. Покажу вам все свотчи данной палетки и сделаем вместе макияж. Вернемся к нашим баранам, а именно к нашим румянам. Вот так вот выглядят сами румяна. И посмотрите, какая прелесть. Здесь принт лошади. Очень симпатично это выглядит, тем более я родилась в год лошади, мне это вдвойне приятно. Оттенок прямо мой, он такой розовенький для светлой кожи, отлично подходит. Но по качеству есть некоторые вопросы, честно говоря, тени мне понравились гораздо больше. Здесь качество нормальное, неплохое, но могло бы быть лучше. То есть для такой цены, которую данный бренд просит за данный продукт, в таком объеме качество, ну, среднее. Но оттенок прекрасный, тушевать их нужно чуть дольше, чем обычные румяна, то есть есть у меня румяна, которые работают лучше, например, те же самые Hourglass, они в той же ценовой категории состоят, либо румяна, например, N-Beauty, о которых речь пойдет чуть позже, я вам покажу, что я их тоже приобрела, они тушуются гораздо быстрее, эти с этим немножко надо повозиться, но тем не менее, оттенок очень стоящий, красивый, это матовые румяна, шикарные. Сейчас я вам сделаю вставочку, как выглядели данные продукты, как только я получила посылку. Как вы можете заметить, на румянах есть такое сверкающее, сияющее напыление сверху, но это только сверху. Выглядели они, я думала, что эта часть, где выгравирована лошадь, она сияющая, а вокруг матовая, но нет,
Это просто напыление сверху, и, соответственно, сейчас румяна выглядит вот таким вот образом. Я его уже стерла, и здесь просто розовый матовый рефил. В общем, про бренд Шантека я сделаю отдельное видео, более подробно рассмотрим и нанесем эти продукты на лицо. А сейчас я вам покажу покупки от бренда N Beauty. Ребята, тут произошло что-то невообразимое. Я никогда столько не покупала ни в одном бренде, мне кажется. Это любовь. У меня было видео на канале, два видео, посвященных данному бренду. Первое видео было про кисти бренда N Beauty. Ну, скажем так, у меня такое было неоднозначное мнение, я ссылочку оставлю внизу под этим видео. Но спустя время мне хотелось бы сказать, что кистями N Beauty я пользуюсь, наверное, больше всего из своей коллекции. Это реально очень крутые кисти. Очень классные, я вот от души рекомендую познакомиться с этим брендом, тем более это российский бренд, это российский люксовый бренд, это кисти японские, японской сборки, но бренд российский. Косметику, которую они делают в Италии, продают в России. Косметика тоже шикарного качества. У меня было второе видео про палетку, новинку, самую последнюю в их коллекции, которая называется Cold Blooded. Там просто инновационные текстуры, отличное качество. Зайдите, посмотрите, также ссылочка будет внизу в описании. И, в общем, ребята, за эти 3 месяца я купила 16 кистей. 16, это много. Это очень-очень много. И каждую кисть я люблю. Сейчас я вам покажу все кисти. Кратенько пройдемся по ним. Я планирую сделать видеообзор вообще на все кисти от Brand & Beauty. У меня их много. У меня кисти из всех коллекций, которые сейчас представлены на сайте. И пользуюсь я кистями довольно-таки давно, поэтому мнение мое сформированное, четкое. И я думаю, что обязательно нужно сделать такой ролик, особенно для тех, кто только планирует познакомиться с данным брендом, либо для тех, кто подбирает, какие еще формы кистей необходимо купить для того, чтобы подобрать оптимальные кисти для своей косметички. Поэтому ждите обязательно это видео. Сейчас я вам покажу вот эти вот кисточки, которые я приобрела. Давайте пойдем по коллекциям. Я их так распределю сейчас. Дело в том, что у бренда N Beauty вышла коллекция, которая называется Neo Classic. Вот так вот это вот выглядит на ручке кисти. Это безумно красивая коллекция. У меня есть 4 кисти из этой коллекции. Сейчас я вам покажу 3 и после еще одну. Это новые кисти. Они будут заменять классическую серию. Классическая серия будет постепенно уходить. То есть какие-то кисти будут распродаваться, сайты их будут убирать соответственно. И когда распродадут все, новых кистей уже не будет. Поэтому, если вы интересуетесь кистями из классической, это самая первая линейка у кистей N Beauty, спешите, покупайте, бегите. В Москве есть их шоурум, вы можете туда прийти, вам консультанты все покажут, расскажут. У них очень классные консультанты, прекрасные консультации они проводят. Берут кисти вам под ваши продукты, соответственно, под ваши потребности, все расскажут, покажут. В общем, сервис отличный. Если вы не в Москве, а в другом городе, вы можете сделать заказ, у них очень быстрая доставка. Вот эта вот серия Neo Classic, как я уже сказала, будет заменять классическую серию. И почему на Classic, насколько я понимаю, это кисти нового поколения, то есть они созданы под новые формулы косметические, потому что косметический рынок шагает вперед, делает различные формулы, новые теней, косметики, там, пудры, румян, бронзеры и так далее, и, соответственно, старые кисти, которые уже много-много лет выпускаются, могут уже, в принципе, не так хорошо работать с новыми текстурами. В особенности они отлично подходят для косметики самого бренда N Beauty, ну, плюс они, конечно же, отлично подходят и для другой косметики. Мне очень нравится дизайн именно вот этой серии Neo Classic. Посмотрите, это очень строгие черные такие ручки, это деревянные ручки и натуральный ворс. Здесь ворс лисы, смесь лисы и белки. Выглядят очень они симпатично, они классные, упругие. Я вовсю пользуюсь этими кистями. Моя самая-самая любимая, наверное, из этой серии, это Neo Classic N5. Она выглядит вот таким вот образом. То есть она такая плотненькая, и она очень хорошо подходит для детального припудривания под глазами. Вот таким вот образом я работаю этой кистью. Она идеально припудривает. Пудра ложится, любая пудра с ней незаметно. Это очень важно в зоне под глазами, чтобы не подчеркнуть эту зону, потому что сразу выдаст возраст, если вы будете плохо закреплять пудры в этой зоне, то это будет очень-очень некрасиво, и взгляд сразу становится
не очень. Даже если у вас отличный макияж глаз и ужасная область под глазами, это будет видно, это будет заметно, это будет некрасиво. И поэтому я рекомендую вам иметь хорошую кисть для припудривания зоны под глазами, чтобы она не выделяла никаких морщин и хорошо пудру вшлифовывала. Эти кисти очень мягкие, потому что это смесь, как я уже сказала, белки и лисы. Мыть их можно и нужно. Также можно использовать средство специально для очистки от Эстер. Я не пользуюсь им, я мою кисти обычным шампунем или мылом, у меня с ними все в порядке, ничего из них не выпадает, не сыпется, все прекрасно и замечательно. Но, тем не менее, производитель рекомендует специальные средства для очистки своих кистей. В общем, эта кисть, это просто супер-мега-топ, я ее обожаю. Другие две кисти, это уже кисти для глаз, одна чуть побольше, другая чуть поменьше, это форма такого удлиненного бочонка. Вот эта кисточка побольше подойдет для прорисовки складки века, и вот эта вот кисть очень хорошо подходит для прорисовки нижнего века, а также можно ресничную линию растушевать, если вы хотите потолще растушевать, то есть не супер-супер тонко. Вот у меня есть кисточка, дальше вам покажу, которая очень тонкая делает эту работу. Это именно для более такой толстой линии, которая делает растушевку более плавной. И, в общем, супер-супер красивые макияжи получаются с этими кистями. Они абсолютно не колят глаз, поэтому они подойдут возрастному веку и подойдут людям с чувствительными глазами. Это прямо супер будет очень-очень хорошим выбором, потому что это абсолютно-абсолютно не колющийся ворс. И чем классно, что это не просто белка, а помесь белки с лисой, это тем, что кисти упругие. Они очень упругие, поэтому они хорошо держат форму и хорошо тушуют, хорошо прорисовывают складку, в общем, хорошо рисуют, делают сам макияж, потому что кисти с белки, они более мягкие и делают более вуальное нанесение, да, эти нет, они прямо классные. В общем, вот эта вся серия мне очень сильно нравится, и недавно в этой серии было пополнение, и это прям новинка, просто вот только-только недавно появилась, кисть N3. Кстати, я не сказала вам номера кистей для глаз, это N7 и N8. N7, которая поменьше, N8 побольше. Ссылку, кстати, на сайт я оставлю внизу, для тех, кому интересно, можете зайти посмотреть. Так вот, вернемся к кисти Neo Classic N3. Это кисть, я только сегодня ее приобрела, я еще даже не мыла, и поэтому она пока немножко такая приплюснутая. Когда ее помоешь, она так раскроется и становится более-более пушистой. Эта кисть подойдет для нанесения бронзера либо пудры на все лицо, потому что она большая, это самая большая кисть у бренда N Beauty, и она супер мягкая. Это коза. Коза премиум класса, ворс крашеный. Посмотрите, какой он красивый. Мягкость, мне кажется, просто прямо на камере видна. Супер классная форма, которая подойдет и для бронзера, для такого вуального нанесения. То есть, если вы хотите скулы не супер четкие, а такие больше вуальные, да, видите, насколько вот она большая, да, по сравнению с моим лицом. Если вы хотите вуальную коррекцию лица, но так как это коза, она наносит, соответственно, продукт все-таки более пигментированно, то есть это будет пигментировано, но тем не менее широкая зона растушевки, скажем так. Ну и для пудры. Кстати, для метеоритов от Guerlain она тоже подходит, отлично туда помещается в эту баночку, прекрасно набирает продукт и разносит по лицу, растушевывает и шлифует, то есть это кисть именно для шлифовки кожи. Просто супер красавица. Также это серия Neo Classic. А дальше я вам покажу особенную кисть, и это кисть Signum. Signum кисти — это необычные кисти, она только одна сейчас в этой коллекции, но планируется пополнение. Здесь ручка из эбенового дерева, это очень дорогая порода дерева, и она у каждого будет своей расцветки, как бы, то есть есть посветлее, есть потемнее. Мне попался довольно-таки темный вариант. Здесь натуральный ворс. Вот так вот плотно набит. Кисть подойдет для нанесения тональной основы. Кисть подойдет для плотного нанесения пудры. Для бронзирования лица, нанесения румян даже тоже может подойти. Но я ее использую именно для нанесения тонального. Даже несмотря на то, что это натуральный ворс. Я в основном раньше использовала искусственный ворс для этих целей. Но я поняла, что натуральный работает тоже хорошо. Что мне нравится? Этой кистью я пользуюсь довольно-таки давно. Она идеально растушевывает тональный крем любой плотности и любой консистенции, начиная от плотного Estee Lauder Double Wear, заканчивая какими-то более легкими и жидкими тональными основами, она нанесет все супер-супер классно. Она довольно-таки тяжеленькая,
И по ворсу хотелось бы отметить, что ворс у нее, в отличие от обычных кистей, у которых ворс козы сайкоха, здесь козы сайбикоха. Для тех, кто понимает, этот ворс гораздо-гораздо мягче. То есть это ворс чуть выше по качеству, соответственно, она, конечно же, выше и по цене идет. Но тут есть за что платить, это супер кисть, она отлично работает, тональный крем с ней вообще практически не видно. Одним из ее неоспоримых плюсов является то, что она плотный тональный крем, она носит таким слоем, что его просто незаметно на лице. Те, кто когда-то работал с плотной тональной основой типа Double Wear, понимают, что такую основу довольно сложно нанести так, чтобы ее не было видно. Ее используют для невест, когда нужен плотный макияж для фотосессии, поэтому она довольно плотная. И в обычной жизни не все кисти справятся с ее нанесением, эта кисть справляется идеально. Я тональный крем Double Wear ношу в обычной жизни, и это супер-супер круто. Также хотелось бы отметить, что эта кисть идет в отдельной коробке, у него прям своя коробка есть с названием бренда. Кстати, коробка хорошая по качеству. Вот так вот она открывается. Я там храню палетки теней от бренда Tami Tanuka. Мне просто так удобно. Я не храню кисть в коробке, потому что я храню ее вместе со всеми остальными вот в таком вот тубусе. Но то, что идет кисть в коробке, это подчеркивает ее премиальный статус. Это очень классно подойдет на подарок. И особо приятно, что бренд подходит к презентации своих продуктов с такой любовью. Дальше я вам покажу всего лишь одну кисточку из лимитированной коллекции Техно. У нее уже вот такая вот черная ручка с блестками и синяя надпись. У меня это кисть для глаз. Номер Т7. Выглядит она вот таким вот образом. Это смесь натурального и синтетического ворса. Вообще коллекция Техно это коллекция премиальных синтетических кистей, но туда добавлены в две кисти, в Т7 и в Т2, если не ошибаюсь, кисти для румян, еще и натуральный ворс. Это не просто так было сделано, по философии бренда. Синтетика — это же не живое, и ничего не живое не может существовать отдельно от живого, все существует в тандеме. Интересная мысль, мне она очень понравилась, и я даже решила приобрести одну из кистей. Кисть, кстати, классная, отличная кисть. Она единственная практически в моей коллекции, которая наносит спарклы, потому что спарклы, ну, как вы знаете, это блестки такие, которые наносятся практически только пальцем. Не любая кисть их наберет и нанесет на глаз, к сожалению, и эта кисть с этим справляется. Я не люблю наносить тени пальцами, и эта кисть мне в этом помогает. Это отличная помощница, она плотно переносит тени, и в этом ее главный плюс. Потом у меня был набег на серию Катакана. Катакана — это кисти, которые позиционируются для визажистов. Они имеют такие матовые ручки, тоже деревянные, и в основном это натуральный козий ворс. Начну вот с этой кисти, это кисть S20. Здесь смесь натурального ворса козы и синтетики. Надеюсь, вам сейчас заметно, что верхние удлиненные такие волоски — это синтетика. Она отлично работает для того, чтобы почищать зону под глазами, когда вы делаете какие-то яркие макияжи, и у вас осыпались тени, вы берете немножко консилера или остатки консилера, который у вас уже есть на ней, если вы наносили изначально этой кистью консилер, и просто убираете все это. Отлично работает, она очень мягенькая и очень хорошо почищает форму. То есть, если вы делаете такую вытянутую форму, она отлично ложится в эту зону. Я вам как-нибудь покажу в работе. Супер кисть вообще, просто масхевище для того, чтобы делать красивые чистые тушевки. Некоторые кисти, вы видите, у меня слегка грязные там еще будут, потому что кистями я активно работаю, активно крашусь сама. Эта кисточка маленькая S8. Здесь натуральный ворс, и она маленькая, классная, подходит для маленького глаза. Очень хорошо в складку наносит тени, отлично тушует. У меня есть подобная кисточка от бренда Wayne Goss, но Wayne Goss сейчас не достать, к сожалению, потому что они не доставляют сейчас в Россию. И есть отличный аналог от N-Beauty. А следующая кисточка — это S18. Она очень интересная, потому что у нее такая заостренная, видите, форма. Я сегодня, кстати, ей красилась, она немножко розовенькая от моих розовых теней. Она отлично работает по нижнему веку, и благодаря вот этому тоненькому кончику она может выводить очень-очень тонко вот эту линию. Одна из любимейших кистей визажиста Пони Рома, и мне она тоже очень понравилась, я ее оценила. А вот этой кистью я сегодня наносила основной цвет на все веко. Она поэтому такая розовая, она на самом деле белая. Это кисть S13.
Эта кисть, она и плоская, и одновременно пушистая. То есть эта кисть вы можете делать макияж глаз одной ей. Если у вас такой мономакияж, вы один цвет наносите на все век, она большая, то есть у нее такая большая площадь нанесения. И одновременно вы потушевываете и растушевываете границу нанесения теней. Супер классная кисть, мне она очень нравится, и особенно она подходит для нанесения пигментированных теней. А это малюточка кисть S17. К сожалению, на сайте ее больше уже нет. Раскупили эту кисть. Сейчас не знаю, будет ли какое-то пополнение поступления. Ей я тоже красилась уже, у нее, видите, темненький такой кончик. Эта кисть отлично, отлично растушевывает карандаш. Если вы нанесли карандаш в ресничную зону, скажем так, и вот эта кисть очень хорошо вывести и стрелку, она отлично растягивает карандаш по нижнему веку, также супер классно работает. Все кисти супер мягкие, абсолютно не царапают ваше веко. Это просто классный must-have для того, чтобы работать именно с карандашом, либо также можно растушевывать и тени по ресничному краю, по нижнему и по верхнему. Еще две кисточки для лица. Одна кисть — это S29, это кисть для консилера. Вот так вот она выглядит, я храню их в рашгардах. Эта кисть, кстати, хотела отметить, что она теряет форму после мытья, она распушается, она не должна распушаться, у нее должен быть, на мой взгляд, такой более узкий кончик, но даже сейчас видно, что она такая не слишком узкая, но тем не менее это не мешает ее работе, она отлично работает с консилером в зоне под глазами. Также она вот таким вот образом зашлифовывает консилер, если у вас есть какие-то высыпания, покраснения, вы их маскируете консилером, она идеально шлифует кожу, просто супер, отлично. Отличнейшая кисть для консилера. И, кстати, если я не сказала, не помню, сказала или нет, вот эта кисть S20, которую мы с вами первую смотрели из серии Катакана, она тоже отлично шлифует вот таким вот образом. То же самое делает, ту же самую работу, что и S29, на мой взгляд, но она еще и отлично выводит форму глаза и почищает ее. И еще одна кисть для лица. Это тоже дуофибра. Здесь смесь искусственного и натурального ворса козы. Номер у нее S26. Эту кисть я брала для кремовой коррекции, для кремового скульптурирования. У меня есть скульптор от Fenty в оттенке Amber. И вот эта кисть его отлично наносит. Она скошенная, тем самым она отлично прорисовывает скуловую область. Так как она дуофибра, то она очень классно растушевывает кремовые продукты. Если вам нужна кисть для кремовой коррекции, это она. Она делает отлично, кстати, она очень хорошо вымывается. Кстати, здесь все кисти очень хорошо вымываются. Это может быть большой проблемой, если кисть вымывается плохо. У меня, кстати, одна кисточка из моей коллекции, от одноименного бренда Sephora, она стала плохо вымываться в последнее время, меня это прям сильно раздражает. Эти кисти хорошо вымываются, хорошо работают. И еще я из классической серии самой вот первой, да, серии N-Beauty купила две кисти. Одну, это вот вообще самая классная кисточка, по-моему, на мой взгляд. Она очень маленькая, супер маленький такой бочонок. Посмотрите, по сравнению с глазом, какая она маленькая. Это кисть для точечных работ, она отлично выводит стрелку, отлично межресничное пространство заполняет. Кисть просто must-have. Номер у нее А11, она еще есть на сайте, поэтому если вам нужна супер маленькая кисть, бегите, покупайте. Таких маленьких я еще ни в одном бренде не встречала. И взяла также для глаз классическую растушевочную кисть. Это классическая форма свечка. Номер у нее А9. Она супер классно ложится мне в складку. Она вуально тушует тени. И с ней работать одно удовольствие на самом-то деле. У нее не слишком большой размер. В классике есть еще кисть, по-моему, А17. Эта кисть точно такая же, только побольше. Эта уже кисть будет слишком большой для моего глаза, а это прям отлично работает. И классическая растушевка всегда нужна, никогда не помешает. Еще хочу вам показать одну интереснейшую кисть. Она идет уже вот в такой вот коробочке. Это, кстати, единственная, по-моему, кисть, которая имеет, ну, кроме кисти Signum, отдельную коробку. Это дорожная кисть. Дорожная кисть очень-очень нужна для того, чтобы припудриться, если у вас жирная кожа, и в течение дня у вас проявляется естественный блеск. Можно использовать матирующие салфетки для того, чтобы его убрать, а можно использовать компактную пудру, чтобы заматироваться. Но обычно с компактными пудрами идет в комплекте спонж, который наносит ее достаточно плотно. Если вы не хотите плотное покрытие, вот такая кисть – это ваше спасение. Если вы хотите вуальное покрытие, просто убрать блеск с лица и заматировать его. Эта кисть у меня лежит в косметичке. У нее очень классный механизм открывания. Вот такая интересная у нее форма. Она подходит, кстати, не только для пудры, она подойдет также и для бронзера, потому что, видите, она такая вытянутая. Она у меня, видите, в пудре, я припудривала ей уже лицо. Подойдет для нанесения бронзера, румян,
возможно, даже хайлайтера, но мне кажется, для хайлайтера она будет большевата слегка. В основном это румяна подправить в течение дня, бронзер обновить и заматировать лицо пудрой. Очень мне нравится, что данная кисть, она отлично закрывается, открывается. В косметичке сама по себе не открывается, что очень удобно. И, соответственно, кисть не пачкается, всегда находится в упаковочке. Ее можно и нужно мыть, с ней все в порядке, она отлично промывается. Вечером помыли, положили на ночь, к утру она уже сухая. Вы берете, кладете в косметичку, и все прекрасно. Название у нее With Me. Вот так вот выглядит, и здесь такой знак бесконечности. Дизайн, на мой вкус, очень симпатичный, здесь логотип бренда. Произведено также в Японии, что указано на упаковке. Такая кисть, мне кажется, обязательно нужна в косметичке, плюс в том, что она натуральная. Ворс козы очень-очень мягкий, и аналогов ей нет сейчас на нашем рынке. Есть подобные кисти с искусственным ворсом, но это абсолютно не то. Лучше, естественно, купить натуральный. Я прям фанат этой кисти, надписи в косметичке нет. Стираются, что очень-очень важно, потому что для меня эстетический вид продукта, безусловно, очень важен, и здесь все прекрасно. Упаковка не царапается. Кстати, с покупкой вот этой вот кисти Signum бренд подарил мне в подарок вот такой вот полноразмерный хайлайтер от бренда Romanova Makeup. Называется Sexy Glow Skin Perfector. Это полноразмерный продукт, здесь 30 мл сделан в Италии. Этот продукт можно использовать как кремовый хайлайтер, можно подмешивать в тональную основу для того, чтобы придать ей более сияющий эффект, можно использовать как сияющую базу под макияж, в общем, у него куча различных применений. Здесь так, кстати, об этом указано, что это хайлайтер, праймер, корректор, glow perfector. И, кстати, указано, что можно наносить как на лицо, так и на тело. Отличный подарок, я еще его не пробовала, потому что кремовый хайлайтер сейчас использую из адвент-календаря от Cult Beauty. Как только его закончу, сразу же перейду на Romanova Makeup. Кстати, Romanova Makeup — это тоже российский бренд от российского визажиста. Представлен он в золотом яблоке. Немного позже мы еще вернемся к этому бренду. Я сделала заказ в золотом яблоке кое-каких продуктов от Ольги Романовой. И там случился супер казус, и я вам о нем расскажу в этом видео. Пока я вам покажу еще два косметических продукта от бренда NBU. Вот так вот выглядят коробочки, так выглядит сам продукт. Конечно же, это бронзер и румяна. Нельзя было пройти стороной мимо этих продуктов, потому что эти продукты шлифуют кожу. Для меня это очень важно. Они зашлифовывают поры, особенно это важно для жирной, склонной к жирности кожи. Серия Your Cheeks называется, бронзер в оттенке 002 Beach. Бронзер стал легендарным у данного бренда. Я им, как вы видите, активно пользуюсь. Буковка А, то есть логотип бренда, уже подстерся. Этот оттенок примечателен тем, кстати, здесь есть зеркало. Зеркало большое, и крышка открывается на 180 градусов, что, несомненно, является плюсом. Это бронзер шлифующий, плюс в нем это его оттенок. Этот оттенок подходит для белоснежек, для любой кожи. Его можно наслаивать бесконечное количество раз, просто наслаивать, наслаивать, наслаивать. Он никогда не позволит с ним переборщить, у него какая-то супер... тонкая, какая-то вуальная такая формула, при этом шлифующая отлично вашу кожу, которая блюрит поры, при этом дает красивый оттенок. Посмотрите, он абсолютно не рыжий. Он очень мне напоминает двушку от Charlotte Tilbury Film Star, но даже там более рыжий все-таки оттенок у бронзера, здесь он прям красивый. Он не холодный, то есть так, чтобы он не серым, да, делал ваше лицо, и он не слишком теплый, он идеальный, это идеальный оттенок бронзера. Я считаю, что из всей моей коллекции бронзеров этот бронзер самый лучший. Мне этот продукт супер понравился, и когда он закончится, я обязательно возьму еще. И второй продукт, это уже румяна, называется он 001 U&B, и здесь супер красивый оттенок. Это смесь розового и персикового, он отлично смотрится, мне кажется, на любом типе внешности. Это довольно классический оттенок румян. Здесь тоже присутствует логотип бренда. Я эти румяны использую именно в шлифующей технике с кистью S23. И они отлично ложатся, дают очень красивый эффект румянца. Прям эти румяна мне тоже очень нравятся, как и бронзер. Бесконечно довольна, что я их приобрела. Ну и про Romanova давайте я вам расскажу. Я сделала заказ косметических карандашей от данного бренда. Тут еще есть карандаш от Chic.
и 5 карандашей от Романовой. У нее отличная формула карандашей, делаются они в Германии, называются они Sexy Smoky Eye Pencil, они классно тушуются, плюс они стойкие довольно-таки, то есть если вы, например, стрелочку рисуете этим карандашом, либо просто межрестничное пространство закрашиваете, нижнее веко можете подвести, можно на слизистую нанести, супер много различных применений для этих карандашей. Здесь есть такое трио зеленых карандашей, это все оттенки зеленого, я обожаю зеленый цвет. Самый зеленый это оттенок Эмеральд. Я буду сразу делать свотч. Вот так вот он выглядит. Это зелененькие. Они, кстати, такие прям кремовые, очень хорошо рисуют. Это глубокий, насыщенный зеленый оттенок. А дальше оттенок Golden Apple. Это оттенок такого зеленого яблочка. Вот так вот он выглядит. Следующий очень красивый оттенок, который называется Pistachio. Он для внутреннего уголка, мне кажется, хорошо подойдет. Он такой сияющий. И это оттенок фисташки, очень красивый. Он прям такой, как металлический. Следующий оттенок это Secret Haze. Это такой серенький оттенок. Серовато какой-то коричневый цвет. Это когда вы не хотите использовать черный карандаш, но хотите что-то более темное, либо под серый макияж. Очень красиво он смотрится. И последний оттенок называется Friday Night. Я, кстати, список всех продуктов оставлю внизу под видео. Вы можете, если что-то заинтересует, зайти и посмотреть. И вот такой вот swatch на последний карандашик. Он уже такой прямо ближе к коричневому, более такой теплый оттенок. Он имеет очень классный подтон и все эти карандаши отличного качества. За swatch вам карандаш от Chic. Мне захотелось фиолетовый карандаш, он тоже гелевый. Абсолютно, кстати, такой же мягкий, как и карандаши от Романовой. И это такой глубокий, красивый фиолетовый цвет. Он именно не дешевый фиолетовый, а такой прямо глубокий. Очень мне нравится. Кстати, все карандаши идут вот в таких вот коробочках. Это коробочки от Романовой. И вот такая вот коробочка у карандаша Chic. И тут произошло страшное. Я делала заказ на самовывоз в магазине «Золотое яблоко». И, соответственно, при получении заказа нужно его проверить. Я проверила все по оттенкам, потому что могли напутать какой-то оттенок. Нет, все было прекрасно и замечательно. Никакие оттенки не перепутаны были. Я все посмотрела, думаю, ну, отлично, замечательно, заберу. Прихожу я домой, начинаю смотреть свой заказ, открывая одну из коробочек, а там ничего нет, а там пусто, карандаша нет, есть только коробка. Выпасть он нигде не мог, потому что я принесла в фирменном пакете от Золотого яблока, там ничего не было, то есть была абсолютно пустая закрытая коробка. Я с таким еще ни разу не сталкивалась, чтобы непосредственно коробка была, продукта в ней не было. В общем, я написала Золотое яблоко, они попросили прислать фото, я прислала фото пустой коробки с бач-кодом. Они, насколько я поняла, направили запрос самому бренду Романова Makeup и сказали, что это не у них на складе произошла какая-то накладка, а непосредственно бренд прислал уже такой карандаш, просто пустую коробку. Они предложили мне заменить пустую коробку на коробку с карандашом, и ко мне приедет курьер. Я согласилась, соответственно, потому что возврат денег я не хотела, мне нужен был карандаш, а не возврат денег, они мне также возврат предлагали, но мне нужна была замена. Ко мне приехал курьер, все прекрасно, замечательно, курьер привез новый карандаш, забрал у меня пустую коробочку, привез вот это. Это очень мило, посмотрите, это называется Sorry Box. Здесь такие глазки и написано I'm sorry, мы извиняемся. Когда я увидела эту коробку, мое сердце растаяло, потому что, мне кажется, это супер мило. Это очень клиентоориентирована и лояльна к покупателю. И давайте быстренько посмотрим состав этой коробочки. Коробочка, как вы видите, была доверху набита различными пробниками и даже миниатюры там есть некоторых продуктов, поэтому это очень круто. Перво-наперво это два пробничка духов от бренда Givenchy. Ну, такие обычные, стандартные. А дальше бренд Paco Rabanne. В коробочке тоже идет такой вот миниатюрный аромат. Еще один парфюм от бренда Yves Saint Laurent Black Opium. У меня есть такой полноразмерной версии. У меня есть видео также об этом парфюме. Оставлю ссылочку внизу. Из пробничков вот такая вот сыворотка с серум от бренда Lancôme. А ночная маска от бренда Clarins. Крем для лица от бренда Tiana.
Что-то здесь даже от Gucci есть, посмотрите, что это духи. Нет, не духи, это миниатюра туши. Круто! Кстати, тушь от Gucci интересно будет попробовать. Это тоник для лица, для всех типов кожи от бренда Lancôme. У меня был такой тоник, только розовая версия. Она для сухой кожи больше, более такая увлажняющая, питательная. Мне очень понравился этот тоник. И, конечно же, попробую и классическую такую версию для всех типов кожи. И это еще не все, здесь что-то еще есть. Так, это бренд Cosworker. Это, по-моему, какая-то корейская косметика. И это у нас маска. Минус 2 градуса называется, Trouble Care, для проблемной кожи. Мне, кстати, очень даже подойдет, обязательно с удовольствием сделаю эту маску. Ну, теперь, наконец-таки, все, наша коробочка пустая. Здесь есть также бережно положенный наполнитель в таком радостном салатовом оттенке, который поможет не разбиться вашим продуктом. Вот, собственно, такие были покупки у меня за последние 3 месяца. Пишите, какие у вас были покупки в комментариях, поставьте лайк этому видео, если вам оно понравилось. И не забывайте подписываться на канал. Скоро увидимся. Всем до новых встреч. Пока-пока.